Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together. И в принципе в этой серии я планирую побиться с мухой, не знаю как это получится. У меня такое предположение, что и вот в этой маленьком загончике я могу просто зажариться. Давайте на всякий случай увеличим пространство, чтобы хотя бы вот сюда вот не подходили лавовые личинки близко, и чтобы у меня ничего не задымилось тут. Так. А вон муха рядом летает. Блин, очень сильно волнуюсь. Так долго готовился. Блин, не знаю, как бы... Сейчас не просрать. Ну, самое-самое, что может быть... плохое, это... Я тупо не успею нажать на... Когда она сагрится, когда злая станет. На флейту не успею нажать, и она меня может просто убить. Вот так вот сделаю. Чтобы личинки лавовые... Так, а где у меня... Как было? Вот с этой стороны, чтобы они мне... от них не загорелось ничего. Потому что тут будет сейчас очень жарко. Камень. Так, Честер. Камень остался еще, да? Чуть-чуть. На всякий случай этих побольше сделать еще. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Так, стеночек побольше сделать на всякий пожарный. Так, бежим сюда, тут более-менее светло. Чё? Хух, так, что вначале оденем? Оденем, наверное, такую броньку, потом, наверное, поменяем. Хочет уже кушать немножко, да? Ладно. Я надеюсь, мы сейчас не сдохнем. Мясо, я надеюсь, что у нас не испортится. Так. Даже вот так вот, наверное, делаем. Броня может сгореть. Так. Скидываю сюда рюкзак. Одеваю вот это дело. Сейчас будем получать люлей. Фу! Ну, поехали. Поехали. О, чем драться? А, вот. Так, а потом обязательно заделать нужно эту штуковину мне. Нет, танкую просто. Так, снесли мне еще одну броню. Опа. Руки трясутся, блин. Так. Фак. Где она? Я не вижу ни хрена. Черт. Фу, успел. Успел. Фак, успел. Так. Uh,
Стой. Так. Отхиливаемся. Фу, рука трясется, жесть. Так. Одеваем это. Фу. Что у нас с шапками? Берем еще шапку. Светильники заранее не включил, и это плохо. О, блин! У меня сердце колотится, вообще просто жесть. Пока мраморная броня нас спасает. Так, и держим на флейте обязательно. Так. Так. Чуть полечимся. Так, бронька есть. Она должна одеться, мне кажется. Так, следующую возьмем тоже. Только бы успеть нажать, только бы успеть нажать. Так, со шляпами. Шляпы пока еще есть. Давайте еще возьмем. Скоро сломается. Главное, не жарко. В принципе, загон нормальный я сделал, мне кажется. У-у-у. Она там лавовых личинок куда-то призывает. Это не горит. Вот я почему делал. Вот там, если бы они с той стороны ко мне подползли, то было бы жесть. Так. Броня одна ушла. Опа-на. Погнали. Успел. Фак, успел. Фух. Так, лечимся. Успел нажать. Если бы не успел на флейту нажать и ударил бы по ней, она бы меня убила бы просто. Может быть. Хотя броня держит неплохо. Давай, Максвелл, давай, блин. Ай-яй-яй-яй, блин, у меня рука трясется. Последняя броня. Так. Давай, мне лечиться нужно. Отлетай. Пора отлетать. Успел. Так, давайте включим заранее. Так. Возьмем шапочки. Не. Так. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Броня. Броня. Так. Броня. Лечимся. Берем это в руки. Где броня моя? О. Ладно, хоть отдыхать можно немножко. Так, броню. Шапки. Шапки 3 осталось, брони дофигища. Наверное, нужно больше шапок было делать. Хотя.
Деревянная броня может даже не пригодиться, а может и пригодиться. Так, держим, держим на флейте. Так. А, у меня еще немножко броня мраморная, поломанная осталась. Опа! Играть, говорю! Фак! Жал же! Черт! Жал же, блин, а не сработало почему-то. Фак! Ну не, без брабранной брони тут делать нечего. Сейчас еще ночь наступит. Так, а ночь это очень плохо, потому что у меня все там. Трава-то есть, а веточек нету, черт. И молот у меня там. Она сломала, нет? Она проломила другую сторону. А что делать? Где тут искать веточки, черт подери? Черт! Там осталось-то немножко. Не успел прожать. Прожимал два раза, не успел прожать. Фак, перекати поле. Веточки тут должны быть. Факела нету. Факел не приготовил. Все там осталось. Дай веточку, пожалуйста. Что-то нашел. Черт. Ну надо же так. Как так-то, блин? Два раза жал. Правой кнопкой прожимал, а почему-то она отказывалась это. Ну ладно, амулет просрали. Сгореть там ничего не сгорело, в принципе. Битами? Можно вообще двумя битами фигачить. Так. Нужно оттуда все еще забрать сейчас будет. А где это я? А, блин. Аж рука трясется. Мрамор, а сколько у меня мрамора? У меня было 3 или 4 брони. В принципе, довольно-таки неплохо. Они себя показали. Флейт у меня, если что, еще одна есть. А с мрамором даже на одну броню не хватит. Так, что делать? Вообще у меня питаево выросло. Если что, даже ей можно лечиться. Давайте глянем, что у нас тут деревья мраморные. Так, на одну броню хватит только. Блин, я даже не знаю, еще разок попробовать. Там все целое. Она ничего не сломала. Флейты, если что, у меня есть еще одна. У меня шлемов нету столько. Да, у меня столько шлемов нету. Свиней. Так, а сколько у меня мяса монстра? Так. Нет у меня ничего. Да? Мясо монстра. Мясо монстра я тоже сейчас не достану. Короче, блин, не получилось. Нужно просто пойти сейчас, пока все это дело забрать. Она уже хп себе восстановила, то есть... Бестолково. Не получилось. Что с этой штукой делать? Королю свиньи отдать? Блин, не успел прожать. Два раза кликал. Стой, слоник, не уходи. Два раза, блин, кликал и нифига не получил. Почему-то не прокликалось. Вот она меня вшатала. Походу, либо броню вынесла, либо просто слишком большой урон. Так. Можно зимой попробовать еще. После циклопа сразу. Так, так, так. Можно, конечно, на бифула, да, мне там писали, что на бифула можно с ней драться. Это нужно побольше, наверное, загончик. Так. Так. Так.
Ну, на бифла, блин, 20 дней приручать и потом его также просрать, неохота. Так. Давайте наделаем питание. Я так чувствую, сейчас скоро зима. Сейчас все заберем, пойдем. Будем подготавливаться, еще шлема делать, еще выращивать мрамор. Мраморная броня мне понравилась. Танкуешь без всяких там. У меня маленький загончик, блин, бегать неудобно. Убегать. Так. Поэтому просто будем пробовать танковать. Так. Не хочет. Грядка выработала свой ресурс. Так. А, сюда я не сажал. Так. Питаем. Сделаю. Лечилки, по крайней мере, я не так много потратил. А, это последний навоз, да? Давай, раз, два. Давай вот так вот, наверное. Так. Нет, еще давай. Ты издеваешься? Ну что за фигня? Че по одной семечке-то она дает? Так. 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 Так, питаю, убираем пока сюда. Нужно сбегать, забрать там все. Ну, по крайней мере, какие-то вещи там, лечилки. Пару броник можно забрать. Что-нибудь еще. Ну, там посмотрим, что-то заберем, а что-то фиксим. И нужно амулет, наверное, сделать себе еще. Так, факел у меня пока горит. А, молота у меня нету, черт. Я же молот не взял, не сделал. Пошел. Пошел, без всего. Мне нужно туда как-то еще пройти. Там все запечатано, так и осталось. Она проломила одну стеночку вроде бы. Побежал. Блин, без трости как медленно, а? Как жалко не получилось, а? Что ж такое-то? Рука, блин, аж это, аж трясется, что-то разволновался. Давай заберем это. Так. А в тебе молот может есть или нет? Не, в нем ничего нету. Я все повытаскивал из него. Вон у меня молот валяется. Факел. Я надеюсь, что мне хватит одного факела. Очень сильно надеюсь. А хотя вот веточки еще на один. Потихонечку зайдем, заберем. Что нам там нужно, что не нужно, оставим. Ну, не хватит мне вот этой брони, которая сейчас там осталась. Жалко. Блин, ну я старался. Что-то как-то не прокликалось. Либо, может, я... На записи потом посмотрю. Может, мышку, наверное, сдвинул. Не поиграл почему-то флейта. Так. Постройку делать не надо. Нам проломили только в одном месте. Только одно ограждение. Так, забираем это. Флейта еще на несколько раз. Не сыграла она даже. Не стала играть. Так, так. А, у меня вообще сгорело, наверное, все, да? Да, походу сгорело. Фонарики пустые. Или я все потратил? А, вот они, блин, броньки-то. Так, что можно закинуть? Сукакахи. Стой.
Постройка целая, фонарики зарядить нужно будет, и все. Так, броньки. Давайте здесь оставим. Сколько их? Раз, два, три. Одну оставлю. Это. Так. Какая-то была не стопроцентная одна. Да пошли в задницу. Так, стенка пускай лежит. Все нормально. Так, это мне нужно. Броня. Да пошли вы в баню. Так, это оставляем. Это оставляем. Так. А где у меня молот? Я вообще как собирался выбираться? А, один молот здесь так и был, да? Один молот здесь. Один обязательно снаружи. Фак. Фак. Честер, оставайся здесь. Побежали отсюда. Куда бежать-то? К свиньям? Куда, куда? Свиньи там, я не знаю, остались, нет? Крутимся пока. Ай, черт-то. А, кроликов нет, к свиньям. А, у свиней, правда, там зима наступила, кстати. По-моему, уже. Где у меня свиньи тут? О, свиньи на месте. Отлично. Хотя нужно было, наверное, вести к... Не к свиньям, а... Я хочу просто вот это на всякий случай зарядить. А то там горящие собаки. Огненные собаки, поэтому... Может все загореться нафиг. Камушек, спасибо. Вот кто спрашивал в комментарии, зачем я поставил снежкометки на базе, около ульев, около свиней. Вот видели, сейчас горело. Загорелась бакалитка, к примеру. Так могут и домики все загореться. Без проблем. То есть может нафиг все сгореть. У меня покушать только... А, вот, есть. Ну что, сейчас пойдем трость, значит, сделаем. Время еще... Да, серия только начало. Ну, половина только прошло, поэтому... Сгоняем, попробуем... забрать. Я надеюсь, Честер там живой. О, черт. А, вон там наверху. А, я даже не отошел, я же оставил его прям там. Ну, муха его не тронет. Я пойдем, Макби мне тыркнем. Попробуем. И если получится, будет новая трость офигенная, красивая. Так, так. Со своим эффектом Максвелл подходит офигенно. А, кстати, вот это нужно сломать, буду спотыкаться. А, так. Молот обязательно с этой стороны. Здесь сколько? 5 и 6. Давайте положим их вместе. Не, броню возьми. Броню возьми, шлем пускай будет. То есть шлемов у меня, можно сказать, не осталось, да? Честно, пошли. Так. Так, свет у меня только факел пока, да? Нужно сейчас куда-нибудь нырнуть, в пещерку какую-нибудь по пути. Так, давайте глянем. Пещерка вот у меня, а мне нужно... спускаться вот сюда вот вниз. Хотя там как раз пещерка по пути. Вот, наверное, мы в нее и заглянем за светом, чтобы взять света. И нужно взять шапку. Я не помню вообще, она у меня осталась или нет. Теплую какую-нибудь либо сделать. И камень-грелку. Камни я, по-моему, себе потратил на сооружение. Но, может быть, что-то и осталось. Или, может, даже камень-грелку у меня где-то лежит. Сейчас мы глянем. Вот это заберем.
Так. Бита пойдет. Макбив не бить. Так. Фак. Жалко, очень жалко. Ну, ладно. Так. Это сюда. Кстати, с топливом, может, у меня же нет его, да? А, подождите, шестеренки где-то тут еще лежали же вроде бы. Так, шапка у меня есть, отлично. А, починим. Шапка есть теплая. А, камушек. Нужно сделать себе амулет сейчас. У меня камни остались? Не, камней не осталось вообще. Камень грелка у меня есть. Шикарно. Так, давайте разберем инвентарь, что у меня вообще, что мы имеем. А, так. Семки это ловить вон этих. Снегири. Блин, нужно еще за этим идти. А, вот так вот сделаем. О, грибы, отлично. Сейчас топливо уши ужаса достанем. Наверное, ночью. Камень у меня один. Дерево я все, по-моему, потратил. О, жесть. Вообще дерева нету. Нормально так я погулял. Ничего не осталось. Все, что я приготавливал, ничего не осталось. Давайте золотую кирку сделаем. И вон как раз скосим на броню. Золотая кирка хочу. Вот отлично. 5 деревьев. Это как минимум 5 мрамора. Так. Сколько я лечил потратил? Штук 10, наверное. Так, отлично. О, получается мрамор и семечко, ну как раз. Вот сейчас их его и посадим. Так. Так. Обратно. Так, беги на обратно. Добавить топливо. Трава немножко есть. Нету дров вообще, да? Я все дрова на броню потратил. Так, мрамор здесь. Пускай лежит, там пока растет. Так, это есть. Что у нас тут? Что мы имеем? Отлично. Золото есть, мне нужно топливо ужаса. Так, это сюда. Драться буду этим. И где-то еще, по-моему, зеленые грибы были, да? Вот еще зеленые грибы. Так. А питая вырастет, нет? Все, не вырастет, блин. Жалко. Ну, кошмарики. Кошмарики, и вы где? Кошмарики. Так, лечилки есть. Броня. Две штуки есть. Свет, вон лампочку можно зарядить, вот это и все. Ну, где кошмары? Так. Вот это сюда. Положи. Это сюда. Это сюда. Где кошмары?
Вот это уберем. О, пришел. Наконец-то. Долго тебя я ждал, блин. Так. 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 Всего один. А, у меня еще грибы были. Тоже подпорченные, отлично. О, вот он. Не помню сколько, три топлива надо или два, по-моему, два. На один амулет, на всякий пожарный я сделаю. Так. Так. Отлично. Так. Блин, давайте, наверное, пофармим топливо, а то, блин, я вечно с ним это бегаю. Ну где вы? Какого черта? Когда надо, нету нифига. О! Пришел. О, два пришло сразу. Отлично. Давай быстрее, крюк. Ждать тебя, блин, приходится. Так. И сюда. Давай, давай, давай. Отлично. Жрем еще. А... Только в этих не ударить. Пингвинов чертов. Вот, кстати, мне говорили, что у меня там сломано, типа это. Куала-слоник ломает. Нифига он не ломает, этот чертовы пингвины ломают мне проход. Сейчас куала-слоник убежит, наверное. Так. Так, следующий. Он пролезет через одно это? Нет, пытается. Нужно починить будет. Пингвины, гады. Они когда идут, все, что у них на пути, можно сломать, они сносят стенки. А я опять тут в начале зимы бегаю. Так, что там у нас топливо мужества? Чёртово создание. Им, они вот этот угол мне сносят, они вот тут выныривают вечно и сносят. Ну я сам, конечно, виноват. Прыгаю тут, как этот. Именно в этом месте. Он еще один пришел. Только мне нужно заправиться вначале. Два пришло. Два-два. Отлично. Два так два. Чтобы подкинуть бы мне что-нибудь еще. Вон какашка вон есть. Так, какаху нужно закинуть. Дайте какаху закинуть. Дайте какашку закинуть, пожалуйста. Все, отлично. Так. Что у нас топливо мужества? Где оно? 9 штук. Ну, более-менее. О, крюк еще пришел. Давай, иди сюда. Какого черта он пропал?
Или где-то здесь у меня были. А тут таких нету. Он пришел опять. Ну давай уже, добьем с тобой. Света у меня нету, поэтому... кстати, ночью же сгонять, наверное, нужно. Подземелье, лампочки взять как раз. А потом... к Макбивню. Либо с факелом забежать. Так. Отлично, шикарно. Эти грибы можно пожарить для поднятия рассудочка. Все, шикарно. Набили. Так, что-нибудь пожрать бы сделать. Вот так вот, к примеру. Так, так. Вот кусочек мяса у нас есть. Икана. У нас там больше ничего нету. Только пироги можно сделать. Либо. Не. Ладно, пофигу. Можно вот так вот сделать. Три. Раз, два, три. Так. Шапка есть, свечилка есть, топливо уже есть, поэтому делаем себе амулетики. Я лучше сразу два сделаю. Так. Раз, два. Один положим где-нибудь здесь тоже. Один. Ну давай вот здесь. Один возьмем с собой. Так, это сюда. Это сюда. Так. Так. Дубинку не буду новую делать, лучше я как-нибудь так. И кирку возьмем, долбанем себе немножко камушка, если мы его найдем вообще. А мы его найдем? Да, там по пути есть. И нам нужен топор. Топор обычно сделаю. Дротики сюда убираем. Нагрелся. Так, бежали. Побежали, так. Сейчас постараюсь побыстрее, если выпадет, то сделаем трость, если нет, то, наверное, уже в следующей серии. Тем более у нас всего один Макбивень в мире, поэтому, так. Хотя, может, где-то еще я не нашел, хотя я почти все обыскал. И они тусуются обычно вместе. Тут как повезет. По-моему, не туда, куда-то я погнал. Разогнался, да, мне вниз вот туда. Так, погнали. А травки тут что, нигде нет, да? А травка у меня хотя есть немножко. Мне нужно дерево немножко долбануть хотя бы, а то я сейчас замерзну. Мандрагору тоже, наверное, забрать. Есть смысл. Да, давайте заберем сразу. Флейту сделаю. Поднимай. Так. Костер создаем на всякий случай. Дерево сюда, это сюда. Куда я топор? Еще одно рубанем. На всякий пожарный. Макбивень никуда не денется, его можно и ночью. Да там, скорее всего, пару секунд. Его можно за пару секунд убить. Ну, бита, правда, была бы новая, если. Может и получится. Так, где он у нас? Он внизу. Так. Замерзать мы пока не замерзаем, все отлично. Бежим. Куда я бегу? Да, почти добежали. О-о-о.
Кстати, можно было бы золото захватить, да и все, и сразу сделать тут. Я что-то не догадался. Я же ее умею делать. Так, ну что делаем? Сейчас пытаемся танковать. Пофигу. Вот так мы его тогда сделаем, чтобы они не мешали мне. И ты тоже иди сюда, бляха-муха, задолбал. Че у меня лишнего? Фак, нет, давайте все-таки поставим костер, не будем экономить. Ты сейчас замерзну. Так, бивень я выбил, да? Отлично. Что я тут нахватал еще? Это все нужно... Честер, где я скинул? Где-то рядом. А где рюкзак? Где-то вот тут вот. Отлично, броня есть. Шишки. Сюда. Это забираем, это забираем, это забираем, это забираем. На тебе держи. Так, забираем, забираем. Камушков полно, синих уже. Так, это тебе. Мы нагрелись, отлично. Все, погнали. Не получилось, вообще, если подходить к ним быстро, к макбивням, с нормальной вот этой вот битой, с новой, подходишь, максимум два удара, по собаке бьешь по одной. Прям вот можно ночью подходить, пока он сидит в домике. Самый тоже идеальный вариант. То есть, когда макбивень в домике ночью, а не гуляет вот так вот днем. Подходишь, там собаки сидят. Бьешь по одной собаке и, скорее всего, потом, ладно, залезем в пещеру. И большая вероятность того, что она заморозит макбивня. То есть, они когда подыхают, они замораживают. У меня сколько раз так получалось. То есть, а он в этот момент как раз вылетает из своей хижины, замораживается. Добиваешь вторую собаку, добиваешь макбивня, даже не бегаешь за ним. Так, куда мы прибежали? Мне дальше, да? Так, факел, если что, у нас есть. Я думаю, успеем добежать, если что, сделаем новый. Так. Сейчас зафигачим себе новую. Новую трость. Давай, беги, родимый. Должно факела хватить, замерзнуть мы тоже не должны успеть. Где-то тропинка у нас проходит. Не, мне показалось, я думал, собаки. Успей, нет? Нет, не успел. Так, не успел. Не хотел делать новый факел. Ладно. Так, тут какое-нибудь говнище сейчас возьмем. Например, гниль. Так. Давай, добавляй быстрее. Отлично, тепло. Это уберем. Мясо сюда. Бивень сейчас потратим. Так. Это сюда. Мандрагору пока уберу сюда. Как бы она у нас не пропала. Потом разберемся с ней. Так, это сюда. Что еще лишнее? Это тоже не нужно. Так, в честер, что в тебе? Так,
кости, это и камень. Да ты только что жрал. Проголодался. Так. Так. Да, кстати, нужно дорожку себе делать для этих. Нам нужно золото. Два. И веточки. Так. Главное ту еще создать. Так, все правильно. Создали. Вот в чем прикол этой трости. Смотрите, то есть мало того, что она просто... дайте я что-нибудь одену. Теплая, где у меня шапка теплая? То есть мало того, что она сама по себе яркая, очень офигенно смотрится по сравнению с этой. В инвентаре находится. То есть в инвентаре заметно довольно-таки неплохо. И плюс еще эффект. Эффект теневой какой-то. Вот это вот фиговинки какие-то. То есть шикарно вообще, мне нравится. Я не ожидал. То есть я думал, просто картинка, как обычно. Как вот сундук, тоже картинка. А это еще вот этот эффект теневой. Максвеллу подходит вообще офигенно. Так, забираем вот это. Убиваем. Я не знаю, в следующей серии за бифлу попробовать сходить. Это вот я на дротике все коплю. Там потом куда-нибудь пригодятся. То есть вот такая вот шикарная штуковина. И пока я не забыл. Вот у нас алтарь неиспользованный. Пока я это помню. Положим к нему трость. Если мы там будем возрождаться, то хотя бы, чтобы до базы быстренько добежать. Либо куда-то добежать. Потому что вторая трость нафига мне на базе. Вот на снегу хорошо видно. Вот этот эффект. Давай покушаем. Такая, такой след темный остается. Я считаю, что офигенная трость. Правда, блин, потратил я на эту головоломку, наверное, сколько, 3 часа где-то с лишним потратил. Потом еще ролик монтировал, как ее открыть. Кстати, да, если кто не знает, на канале есть ролик. Ну, где-то, если посмотреть по сериям, по видео, по выпущенным, там. Хотя можно просто забить ту лицитовую трость и все. В поиске канала и найдете ролик, как ее открывать и скин на этот сундук. Вот, ролик я еще потом 6 часов где-то, наверное, монтировал. Ну, как-то вот так вот. Так, ну что, на этом давайте серию буду заканчивать. Не получилось с мухой, зато с тростью получилось. С мухой получится, не страшно, мы все равно еще живые. У нас есть еще 2 амулета, я еще чучело наделаю. Тут можно вообще вечно выживать. С чучелом вообще проще. То есть мы можем возродиться всегда на месте чучела. Вот этого мясного. То есть в любом случае... А амулет не всегда получится. Или алтарь возродится. Все, на этом серию заканчиваю. Кому понравилось, хоть я и накосячил с мухой, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.